Здравствуйте, с вами канал NameDB. Порой супруги долгое время живут на грани развода, постоянно ссорятся и скандалят. В таких парах вряд ли найдется место для семейного счастья. Чаще всего такая жизнь изматывает партнеров. Они не живут, а просто мучаются рядом друг с другом. Но проблема в том, что им кажется немыслимым существование друг без друга. Они убеждены в том, что врозь им будет еще хуже, чем вместе. Супруги искренне не понимают, куда что делось, и почему той любви, что было в самом начале, просто нет. На ее месте возникает необходимость быть рядом с человеком, которого уже не любишь, заставляя все-таки задуматься о разводе, даже если он кажется очень болезненным. Из всех возможных сочетаний таких пар 4. Овен и рыбы избегают развода до последнего. В отношениях такой пары можно найти множество приятных моментов. Однако подопечные этих знаков очень разные, и им крайне редко удается сохранить мир и гармонию в отношениях. Чаще всего им очень сложно решиться на развод, поскольку они до последнего боролись за сохранение семьи, но справиться со всеми проблемами так и не смогли. Причиной развода рыб и овна обычно становится не отсутствие чувств, а неготовность идти друг другу на уступки. Когда эта пара разводится, то здесь есть место и слезам, и битой посуде, и громким скандалам, и даже судам. Близнецы и весы разделят даже лишний стул. У подопечных знаков близнецы и весы можно найти много общего. Им весело и интересно вместе. Они любят развлечения, тусовки и общение. Их могут объединять общие увлечения и хобби. В отношениях такой пары бушуют страсть и любовь. Но им покровительствует стихия воздуха, наделяющая своих подопечных такими качествами, как ветренность и непостоянство. Долговременные отношения не для них, поэтому их счастливая совместная жизнь может закончиться очень быстро. Развод может превратить бывших супругов в соперников. Они как две акулы набрасываются на совместно нажитое имущество, стараясь урвать свое, чтобы, не дай бог, экс-супругу не досталось чего-то больше. Если придется, то они и диван распилить пополам готовы. При этом их развод – это по-настоящему громкое событие, в котором может участвовать вся их родня. Лев и Скорпион. Спорят, кто прав, кто виноват. Лев и Скорпион – это те знаки зодиака, что тяжело сходятся с людьми. Им трудно довериться кому-то и открыть свой внутренний мир и душу. Однако еще труднее и больнее им дается расставание. Эти сильные знаки очень глубоко переживают разрыв. Им тяжело друг без друга. Даже после развода их может тянуть друг к другу. Они могут продолжать выяснять отношения, бить посуду, спорить о том, кто виноват больше, а потом друг друга успокаивают за бутылкой любимого спиртного. Наблюдая за душевными терзаниями Льва и Скорпиона, переживают и их родные. Но попытки возобновить отношения вряд ли увенчаются успехом. На то, чтобы пережить развод и навсегда отпустить друг друга, у них может уйти не один год. Дева и Козерог считают развод концом света. Козерог и Дева – это союз двух перфекционистов. Настолько рациональные, практичные и требовательные люди постоянно придираются друг к другу, несмотря на любовь и привязанность. Им тяжело ужиться вместе, поэтому очень часто такой союз заканчивается разводом. Они то и дело будут устраивать истерики, мучиться от одиночества и скучать по экс-супругу. Их могут посещать мысли о перемирии, однако они вряд ли позволят себе дать отношениям второй шанс. Они не смотрят назад и считают, что если расставаться, то навсегда. На понимание того, что развод не конец света, им может понадобиться больше года, и этот период времени экс-супругам лучше не попадаться друг другу на глаза. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!